Да, Скорпик, прости, старик. Прости, старичок. Добрый день, коллега. Блять, я оперативник, ебать. Вы как? Слушайте, оперативник из меня так себе, зато доктор что надо. Не хотите поменяться? Бля, какое все резкое, да? Админов. В этом и похоже. Все же оперативник. Из меня реально так себе. Бля, ну абдуктор же это круто. Ну и я о том же. Может быть, по старой абдукторской... Ну ладно, ладно, хотя хуй с ним. Ладно. В принципе, я попробую. Так. Есть батон. Только дайте мне времени. Так, мне нужно открыть вики. Абдуктор. Можете пока начать сканить. Так, значит, смотрите. Бля, а может, блядь, да пиздец. Я хочу пиздец на оперативнике. Или не хотите попробовать себя в роли оперативника? Просто я первоклассный доктор. Бля, как же тут кайфово играть, ебать, посмотрите на этот FPS. Нам все равно торопиться некуда. Оперативник проще? Да, ну да, но я на докторе уже могу играть. Ну, давайте поменяемся. Давайте. Сейчас начальству позвоню. Мужики, свапните нас местами. Меня на доктора, а доктора на оперативника. Сигнал послан. Не хочу на оперативнике, мужики. Я просто... Есть у меня уже опыт. Так, сейчас я тогда еще в админчат напишу. Ну, катка обещает быть интересной. Дубинку в рюкзак скинь. Пояс надо? А, все. Опа. Отлично. Так, коллега. Так, какие у нас тут режимы? А как переключать? Ебать, я забыл, как управлять тут. Вообще пиздец. You're trained to use this. Это что значит? Ты не умеешь использовать это? Вы необычно использовать это, ебать. Так, ну помните, что я агент тоже так себе. Ждите. В настройках включи рун-чат. У меня проблема. Я не могу использовать сканер.
Мы не торопимся. Никуда. Так что буду безопасно с вами работать. Сейчас, у меня какие-то проблемы. Так. Я пытаюсь поставить тебя на учет, но не срабатывает. Может, придется тебя переспаунить. Давай. А у оперативника все ок. Если что, могу выйти в ГОСТ. Так. Я, возможно, отключусь на пару минут. Защитился, да, ребят, защитился. Слава богу, защитился. Как же скучал по сборке. Короче, если что, дай команду. Так, ну давай попробуем гостнись. Так, значит, переходим в OC, юзаем ГОСТ. ГОСТ. Есть. Сделано. Поздравляю, спасибо огромное. Упс. Кстати, а что 4. Думаете, мужики, насчет 4. Того, чтобы такую систему сделать и на Парадайсе с бегом? Типа ты ходишь, но есть бег, который тратит стамину, который откатывается со временем. Я против. Почему? Тебе нравится вот так вот летать? Да, да, мне тоже нравится этот рабаст. Какой летать, чел? Нормальная тема. И у нас есть инфинити. Сейчас машинку поставим, до ума доведем, будешь там ходить. Коллега, делать. Все сработало. Будем неделю так. Бля, честно сказать, я в восторге просто сейчас от Парадайса, ебать. Можете его космировать. Это мертвое тело. Так, я пока изучу все. Поехали. Так, есть инженеры у нас. Так, нужно скан режим поставить. Марк мод, скан мод. На марке я его могу забирать. На скане я беру сейчас ДНКшки. Первый есть. Сарвиш мёрдерит. Пармена. Григорий Хаус. У нас должен быть мим и должен быть клоун обязательно. Они сейчас по-любому есть на станции. Я тебя переименовал, перепроверь, что все работало, агент нормально телепортировался. Слушай, ну... Попробую затестить. Вот мим. Так. Коллега. Не хотите ли попробовать тестовую высадку? Нужно проверить все системы. Тихое место. Активируй телепортер. Ой-ой-ой, агент West, агент Helmet, Select. Выберите маскировку. Сделал вам мимо. Отлично. Можем попробовать украсть вирусолога. Если есть желание.
Об одиноком докторишке. Сначала сперва пробное. Давайте в тихое место. Его надо медицину, чтобы надо медицину спиздить. О! Украдите медикаменты. Хорошо. Так, send to. Send self это мой, send to его. Нас палили. Абдукторы в меди. Блять! Коллега, я обсерился, обосрался. Ретрив. Стой на месте, блядь! Стой на месте! Чел! Я не могу его, я не могу ничего с ним сделать, нихуя. Почему? Я already marked. Я нажимаю на него. Почему? Чё за бред? Я вернулся, но, блядь, мой коллега не вернулся. А почему у меня не работает? А, походу, возможно, баг, кстати. То, что про чём Purple говорил. Да, скорее всего, забагало. Да, я его пометил, вот у меня, в марк-моде он стоит. Я его 1000 раз метил. Даже сейчас я его мечу. И вот видите, типа, The Spaceman is already marked. Retrieve, и нихуя не работает. Это всё забагало, блять, сука. Багануло нахуй. Багануло все в пизду. Забагало, сука. Нет, ему не успеть. Да я его 1000 раз уже пометил. Типа, он не возвращался. Он просто не возвращался. Я бы успел его тэпнуть. Пизда. Мы на одну катку на Парадайз или же обратно на какое-то время. Не знаю, Майамич. Сейчас сделаю магию, будешь работать в одиночку? Ебать, я охуею. Я честно охерею в одиночку. Может попытку 2 для чела? А то пиздец, из-за бага, блять. А то из-за бага, ну такое. Ну реально, это баг, типа, я его 1000 раз пометил. Вот, the spaceman is already marked. И я его начал, вот там 4 раза я прожал, блять. Начал пытаться его тпшнуть, нихуя не произошло. У меня ТП обратно не работало на него. Я ТПшнулся, а его я не смог ТПшнуть. Хотя я все выбрал правильно. Вот у меня Space Tool в режиме в марк моде стоял. Я его должен был пометить и нажать на ретрив. И нихуя не сработало. Вот и все. Типа мы даже ничего не успели сделать. Просто потому что, блять, не работала хуйня. Надо это, блять, затестить было сразу, а не в мед лететь. Сейчас мы решим что-то. А кто был на абдукторе? Я предлагаю челу попытку 2. Просто потому что надо хотя бы проверить, работает. А вот он его заспаунил. Го челу попытку номер 2. Блять, а если сейчас опять ТП? Надо сейчас вообще высадиться в тихое место и проверить все заново. Потому что это пиздец. Походу у меня назад не ТПшится. А где тихое место, он пока не отвечает. Понял. Вот сюда куда-нибудь его тэпнуть, да? И вообще никого нет никогда. И проверить. Надо было и так сразу сделать, но я почему-то думал, что все работает. Я-то уже играть умею, блять, на абдукторе. Именно на докторе. Третья катка. А вот Парадайз не сломанный совсем, во, учитывая его допили до хера, плюс сейчас допиливаю. Так на абдукторах обычно не меняются местами. Кто играл за мертвого абдуктора?
Да, у нас мы просто тут случилось то, что мы свапнулись типа через админские там какие-то команды, и мне сразу сказал типа Bet Purple, что нужно сначала затестить. А я что-то подумал, поверил, блядь, решил его за медициной отправить. Сука, нажимай, он не тпшится нихуя. Блядь, обидно-то как. Ну ладно, это все поправимо, это мы все поправим. Даже сюда затэпаем его. А в чем проблема была играть на оперативнике? Проблема в том, что хочу на докторе. Мне нравится, потому что челу предложил поменяться, он согласился. О, коллега. Какая Blue Space аномалия странная. О, о. Это же вы? Коллега, произошел коллапс. У нас что-то с оборудованием. Даже я, понимаете, я обосрался, я успел тпшиться назад и мог бы тпшить его. У нас что-то с оборудованием. Так, а если... Подождите, стой, давай я его сразу помечу. The market, ну, в случае retrieve. Scan mod. The unknown, добавлен database. Я вот еще раз его... Все, он помечен. Так. Попробуем... Берите маскировку. Сейчас вас в тихое место на станции. Попробуем заново. Здорово, злой печенек. Почему билд обрат смели? Потому что тот билд очень сильно лагает. Что-то не берется маскировка. Попробуйте. Супер. Так, я его пометил. Он все, он готов. Уярить. Жить. Давайте-ка я его тпшн сюда теперь. Вот, send to. Отправляю. Проверочка, да. Стойте на месте. Чаще стойте на месте. И ретрив. Нихуя не работает. Пиздец. Не могу вас отправить обратно. Ждите. Нихуя не работает. Не, вообще не отправляется. И вот и что делать? Не могу его оттпшить назад. Вот, и поэтому он сдох тогда. Потому что та же самая хуйня. Та же самая. Выдели его шмоткой, после чего сможешь защищать, даже не кликая на него. Я выделил его шмоткой, смотри. This specimen is already marked. Retrieve. Нихуя. Так, его убрали. Ого, блин. Сейчас проверю кое-что, давай. Ждите. У нас оборудование сломано. Я пока просканирую персонал этой вонючей станции. Но скоро мы их вылечим. Так, детектив. Священник. Так, меня ТПшили, что ли, обратно? Already. Мод на шмотке соответствует гайду. Да, надо вот в фиолетовом режиме, я его помечаю, могу тпшить. Ого, блин, работает. Сейчас попробую. О! Сначала его сканом, потом марком. Он забинт, все. Сделано, коллега. Нас тут уже много. В
Проверь ты теперь. Так. Еще раз его пэшнуть. Да. В прошлый раз, когда я играл, работало все так же. Так. Так, детектива они взяли, блядь, в этот. В гробу они его держат, серьезно. Высылаю, высылаю вас. Готовьтесь. Стойте, стойте на месте. Главное. Стойте на месте, главное, говорю же. Работает. Отлично. Можем начинать деятельность. Примите маскировку. Да, второй шанс дали, потому что у нас из-за бага все сломалось, куя. Так, все на биологии нет света. Так, медицину они... Они пасут теперь медицину. Так. С медициной вышло плохо. Говорите, куда тебе просить, жить здесь сразу. Хорошо. Надо ксенобиолога брать. Вероятнее всего. Так. Вирусолога нету. Ксенобиолога нету. Смотрите. Смотрите. В ксенобиологии нету света. Можем попробовать туда. Но будет темно. Плюс он ходит туда-сюда. Попробовать? Попробовать можно. Не работает? Стойте. Стою. Вдруг там засада, не знает о нас. Все может быть. В таком случае ищу другую цель. Вы разобрались, вы разбираетесь в своей дубинке. Гляньте в инженерии. Мне очень много СБшников гоняет, блять. Вирусолога нету. Бля, Paradise выглядит классно. Не знаю, мне так, мне прям очень кайфово играется на нем. Там в техах ушел тип. Да, слишком долго у ксенобиолога не делают свет. Это очень подозрительно. Слишком подозрительно. А в принципе много где нет света.
Артём Петров. Как же Infinity? Да её дорабатывать надо, как по мне. Так. Мим библиотеки. Но не думаю, что один. Так. Магистрата нету. Вот и журналист есть. Брикмедик. Варден. Очень много СБ. Варден говорят, что пиздец давно. Я думаю, там нет засады. Сейчас я ищу. Может механик поймается. Да, но это очевидная ловушка Мэксона, это уже проверенная. Бля, ну тут СБшников ебать сколько много. Есть механик, но рядом СБ гоняет. Пока за ним наблюдаю. Насколько рядом. Были возле инженерки. Пока смотрим. Так, если я его пометил маркмодом, правильно, я могу его ретривать просто на нажатие клавиши. Мне надо на него наводиться 1000 раз. Ретрив мне надо использовать, точнее наводить маркмодом, мне надо на него только тогда, когда я полечу, допустим, за челом. Готовы? Готовы? Попробуем. Ждите. Так, уборщик гоняет, инженерка. Пошли. Нас заметили. Отходим. Отход. Так, СБ уже тут. Так, вот что тут у нас в инженерке? Интересно происходит. Так. Да, я знаю, что хорошо слышно. Ну, в прошлый раз мы на очки-то пышились. Ну, у меня, блядь, этот был оперативник жесткий. В прошлые разы. Слишком много СБ. Можно попробовать к шефу на кухню. Но там придется ждать, пока он подойдет. В шкафчик спрячьтесь и будете сидеть. Вы умеете взламывать двери?
А, не приходилось, но думаю, справились. У нас же улучшенное снаряжение. Ты же можешь прям шкафчик вроде тпшить. А, да? А я даже не знал об этом. Сейчас найдем, найдем. Карго можем попробовать. И пчиков. Только где они все? Груз готов. Абдуктор в церкви. Там засада Максима, блять. Капитошу бы спиздить, было похуенно. Он ушел. Так, хоп, здесь. Может, хопа попробуем? Он придет к себе в кабинет. Притаитесь тут. Блять, хотя тут СБшников, ебать его урод. Придется понять, хотя тут очень много СБшников. Протестирую ТП в шкаф. Хотя ждите, нет, ждите. Гейтеры. О, гейтер есть. Гейтер есть. Я к нему в шкаф вас ТПшну. Он открыт. Выйдите из шкафа. И прямиком его пиздить. Он готов к бою. Он готов к бою. Вырубайте сразу. Пизда, блядь, тут СБ. Это была засада. Жестко. Как вы? Охуеть, переиграно. Засада была пиздец. Плохо очень. Охуеть, была засада. Прямо в шкафу, блять. Жесткий засад. Вот этого я реально не ожидал, нахуй. Вот это был просто пиздец. Плохо очень. Сейчас медицину попробуем тогда спиздить. Блять, а где медицина? Там все попрятали нахуй. Блять, ну вот это было жестко, мужики, да? Откуда? Да-то они вдвоем в шкафу сидели. Они сидели в шкафах, блять. СБшники были конкретно готовыми. Мы проебали палку. Это очень плохо. Я знаю. Надо шкаф ФСБ в прибытии ломать. Так, медицина есть. Шкафчик СБ закрытый. Но там вот этот, блять, я даже не знаю, кто же знал о засаде. Я охуел. Вот так бы у меня абдуктор флэрил, когда меня три раза подряд чуть не спиздили ботаники. Жестко, жестко. Вижу аптечку. И в шкаф, кстати, ТП не получается. Попробую забрать ее. Блять, ну дубинка проебана уже конкретно. Типа, нам нужен только станбаттон. Ебать, он меня увидит? Нет, он меня не увидит. Ваша аптечка. Нужно что-то с дубинкой решать. Мы бессильны.
Блять, если бы я ее видел, где она лежит, это, блять, пиздец. Бля, сколько СБшников вообще? Ебать, сколько их. А, у меня разве есть поинты для консоли? У меня поинтов нету. Кредитов ноль, блять. Мы никого не спиздили. Ну, говорю, может попробовать сшить шкаф около прибытия. Вам нужна маскировка. Ожидайте. Дарт Дроу. Берите маскировку. Дарт Дроу. Да-да, это пиздец. Типа, если были бы поинты, тогда хуй с ним. Но, блядь, без поинтов это, конечно, шок. И хуй кого спиздишь, типа, самый вот в этом прикол. Ну, даже клоун, а что мы с ним сделаем? Мы его не запиздим, у нас нечем его глушить. Почему-то мне кажется, что там очередная засада. Возможно. Попробуем. Попробуем. Так, я его маркмодом, блядь, на всякий случай еще раз просканю, блядь. Есть. ТП-шу. Ваша цель — красный шкаф. Пизда, блять, его ёбнуло током. Держитесь. Быстрее. Клоун смотрит. Что такое? У него не получается вскрыть. Пизда, блять. На пришелец ворует УСБ в прибытии. Ахахах. Вы как? Блять, он еще одну вещь проебал. Хуёво. Вы проебали важную вещь. А, он умер, походу. Пиздец. Ну ладно, бывает. Нех. Сейчас я его просканю. Я ему все введу, блять, и просканю его. А, общий статус минус 45. Блять, он пизде, он в крите. Ему пизда. Геностабильный, пульс 0, он умер. Сука, пиздец. От ожогов надо срочно, блять. Это мне надо лететь. От ожогов у нас... Что у нас есть от ожогов? Ну, брик медленно надо смотреть. Красная, не от ожогов ли?
Что надо нам? Так. От токсинов. Красную надо, да? С красной. Что там нужно взять? Бери патчи. New bandage. Как вы? Хуёво. Вот аптечки. Занимайтесь. Я буду думать, как спиздить батон. Ой, блять, это же просто пиздец. Оружейки все закрыты. От ожогов оранжевый, чтобы лечить фигню, нужно выбирать из тела. Ну, на будущее свой агент опять ожогов будет умирать. Понятно. У нас все равно засер. Вот здесь может быть стан-баттон, блять. Вы проебали дорогостоящее оборудование. Может, в морге есть тела? Блядь, ну мне солото надо лететь, типа. Ну вот тут тела есть, ясен хер. Вульпы гоняют. Нужно инженерию за перчатками. Так вы проебали же мультитул. А там все закрыто? Ну я вижу мультитул. Можешь спиздить. Можешь спиздить. Давайте. Идите наверх. Там на столиках будет. Так, мультитул он сейчас заберет. Шкафчик. Откройте. Посмотрите. Снизу еще один. Нихуя нету. Забираю вас. Так. Нужно попробовать мертвые тела забрать. Достать их сердца. Может быть, дадут купить новый батон. Ладно, не сдаемся, пацаны, не сдаемся. В РНД их, типа, блять, раньше они тут их клали. Теперь где эти палки наши, хуй его знает, блять.
Ты Атом смотрел, Леве инженерка там перечит. А, нет, не смотрел я. Леве, ты пришли в отдел, там должны. Давайте поссорим. Кстати, я Атмос действительно не смотрел. Действительно не смотрел Атмос. Бля, вот тут Терентия бы, сука, забрать бы, нахуй. Так, вот инженерка, левее Атмос. Перчаток тут нету. Тут все под этими. Вот в этом ящике может быть? Мультитул ящик. Поищи в бриге. Да ебать, они там все 100% спрятали. Детектива тут все схвачено. Можно было бы его ограбить. Здесь заключенный. Здесь допросная, вот здесь вещдоки. Ящики, ящики брига, попробуйте. Секунду. Алло, мне некогда. Так, подождите, тут есть Варден. Пробую. Ящики внизу открытые. Идите. Блять, заебись нахуй. Вообще без слов. Вообще без слов хуярит. Какой, какой прошаренный. Готовы еще раз? У него в кабинете открыт ящик. Слишком, слишком поздно. Он знает все наперед. А, он же видит, что маншилды нет. Так-то да. Так-то да, я уже забыл, что тут маншилды видны. Ай, блядь. Сука. В арсенал. Ага, там, блядь, армски. Сразу будет ебать. Пробуем еще, мужики, не паримся. Сейчас еще мертвяков будем забирать. Бля, ну тут этот ебучий, ебучий скучик, как говорится. Да-да, так он проебал же свой мультитул, блядь. Так, а где вы говорите перчи есть? Где вы говорите есть перчатки? Вот здесь, левее. Суки. На замке. А что за сумка на замке? О, ящик открыт, кстати. А, ящик с молнией. А, ну, блять, он заблокирован, ебаный в рот. Они заблокированы. Еще пара, пара ящиков инженеров. Пробуйте. Идти надо вверх. Не, мы не можем, у нас поинтов нету. Нам бы трупиков, да, сердца подоставать из трупиков. Тогда бы что-то получилось. Я бы еще нашинковал, блядь, для того, чтобы пересаживать.
Он разве не под напряжением, не под напругой? Я вас не вижу. Но он под напругой, блять, он опять сет молнии хуярит. Коллега. Блядь, он опять без сознания, да ебаный его рот. Адреналин мы въебем. Ну, конечно, у нас дипломированный доктор. Спасибо, спасибо огромное, спасибо, парни. Я же ему сказал, эти шкафчики. Может, там было бы что-нибудь. Оранжевым его маш. Он встал. Это же было очевидно, что он под напряжением. Ну ладно. А что мне делать? Там был открытый. Попробуйте еще. А как мне другой выбор? Выбор есть всегда. Но написано от радиации. Может быть там есть. И она там нет перчаток. Есть еще один. Готовы? Он открыт. Пока нет. Поздно. Вы уже летите. Зашли, взяли. Взяли, вышли. А нет, не летите. Вот здесь вот. Может быть есть. Да, лечу я на телепорте. Кабинет СЕ, вроде. Ящик открыт. Ну что там? Там были перчи? Охуеть. Он взял перчатки, да. Он взял перчи. Все? Шкаф закройте. Блять, он открыл его еще раз. Ебаный в рот. Так. Ну что? Еще раз тот шкаф попробуем. Может, дубинка есть? Лечитесь пока. А что с битрейтом? Ой, блядь, наверное, надо повысить. У меня 6000 сейчас. Попробуем до 8 дать. Дал до 8000, но вряд ли это что-то изменит. Unidentified life signs detected. Secure any exterior access, including ducting and ventilation. Шахтеры, карга. Бля, ну мне кажется, с того ящика они уже давно все вынесли, блять, и он пустой. Так, это чё? LifeSync coming aboard Cyberhead.
Так. Скажите, как будете готовы? Я готов. Летите. Бля, пожалуйста, хоть бы был стан-батон. Хоть бы был стан-батон, блядь. Хоть бы был стан-батон. Прошу, блядь, умоляю. Это долго. Давайте. Время есть. Если будет... будет угроза, я вас верну. Бля, вот мне нравится за ученого играть. Пиздец, охуенно. Чисто контролишь все. Есть. Забирайте. И всякую, всякую всячину. Тоже берите. Так, стан-батон у нас есть, все, заебись. Забираю. Забираю вас. Покажите, покажите, что взяли. Старайтесь держать дубинку на поясе, чтобы вот, вот такие засады, засады не прокали у них. А то, сука, хитрые. Пиздец. Грана, а перцовку он взял. Ищу цель. Ха-ха. У хопа сидят суки. С открытыми шкафчиками. Бля, меня больше не купишь на открытый шкафчик. Ну, типа, у СЕ, понятно, там никого не было. Хули там, кто там будет сидеть. А когда рядом человек, открытые шкафы... Уй. Так, вирусолога вообще... Вирусолог вообще исчез. Нахрен, глупые людишки. Ксена тоже нету. А нет, смотри, тут двое. Маскировку сменим. Пробуйте. Отлично. Так. Может, Ксена? Может, Ксена попробовать? Для Paradise, согласен, очень сильно радует. Прям. Лучше, чем Infinity в плане того, что роднее все. Одичив. Бля, магистрата нету, никого нету, сука. ГСБ здесь. Угу. Хотите... А нет, блять, у нас, сука, батон. У нас батон теперь не работает, он не усыпляет. Бля, нам надо пиздить хоть кого-то. Хотя бы трупики.
Хотя бы трупы надо попробовать ёбнуть. Ну опять же, тут коронер в Солянова, он сидит тут постоянно. Скорее всего, блядь, там детектив какой-нибудь в могиле лежит и ждет, что может быть вполне вероятным образом. Здесь тоже приманка. Здесь приманка. Очень много заманилого. Теория, если тэпнуть пушки и сразу взять. О, кстати, да, слушай. Армский может и не успеть. Давайте попробуем какой-нибудь стан-батон дернуть. Слушайте. Безумный план. Спиздить тайзер. Как вам идея? Тогда может вы сами? Меня могут захуярить. А вас я моментом от ТПшу. Моментом верну. Ваша задача — высадиться, взять тайзер и закончить. И закончить. И все. И все. На все, на все про все. Одна минута. Хорошо, я готов. Тут внезапно СБ набежала. Да мы людей-то не убивать должны, мы их пиздить должны. Слишком много. Их слишком много. А двери вы умеете ломать? Ага, вот еще один абдуктор, блять. Умею, но теперь сложнее. Там представитель МТ сидит один. Вульпа. Попробуем. Давайте, давайте попробуем. Створки, створки окон закройте. Вот кнопка. Ломайте, ломайте двери. Там еще и капитан. Аккуратно. Их двое. СБ, СБ все видит. Тащите. СБ рядом. Можете сломать двери. Лечу. Блядь, чел, сделай дела, сделай дела. Пизда.
Хорошо, что я батон успел взять. Ай, блядь. Да, но оперативник, ладно. Обсёр. Но палка у нас. Бля, Silent Rose, ты ебать ебашил тогда, блядь. Жалко, что ты сейчас не со мной. Ну ладно, тип тоже старается. Тип тоже старается. Ну да, палку и палочку я засейвил, хуй с ним. Слушайте. Готовы? Но придется постоять. Возле Ксена. Вверх и направо. Надо будет. Но я предлагаю вам в шкафчик. В шкафчике сидеть. И ждать цели. Будем халдить. А. Летите. Летите. Вверх. А, они вдвоем. Сверху справа. Чё, ну можно кухню улучшить? Заберите. Зачем? Бля, вот цель появилась. Вот прям я вас забрал. И цель прошла. Жесть. Блядь, ну зачем? Я взял новый. Готовы? Ну, оперативник тоже первый раз, походу, играет. А, блядь. Тут СБ уже. Обход РНД дело важное. Точно. Там трое их. Времени будет мало. Спокойно, сейчас мы их возьмем за жопу. Пробовать будем. Поздно. Нас заметили. Пиздец, вообще нихуя не выходит. Я в ахуе, блядь. Детектив шароёбит. Шароёбится по мусоркам. Хехех, блядь. Блядь, ну хоть кого-нибудь спиздить, да господи. Вообще, это как будто невозможно. И стан-баттон есть, все есть, блядь. Представитель НТ раунд 2. Створки только закройте. Файт. Летите. Нет, не получится его смыть. Тащите его сразу в комнату. Мету какую я мету принимаю?
Ну, блядь, ёбни ему. Он не может его ударить. Серьезно? У него не получается. А в чем дело? Знаете, да? Вот в метре от меня бежит, а ударить не получается. Ну, бывает, ладно, чё. Так, это статуя мимо. Летите ломать шкаф Хоса. Кстати, как вариант, но там, блять, он сидит по любасу. Может, ГСБ попробуем? Но надо будет сломать две двери. Одну. Звучит максимально опасно. Брик пуст. Если быстро. Опасно, опасно, это факт. Но, блядь, он стоит, просто шмалит. Они в другом отделе. Блядь. О, АВД вижу. Если зайдете через дверь, можно его. Он в книгах копошится. Давайте. Пробуйте. Мы маскировку давно не меняли, но с другой стороны, блядь, все знают, что это абдукторы. Приманка. Возможно, ловушка. Вверх. Возможно, реально ловушка. А ну, блядь, это невозможно, нахуй. Ну, серьезно. Невозможно. Надо поменять на хопа. Где он, блядь? Где его, сука, черти носят? А вот он. Артур. Меняем маскировку. Маскировку сменим. Еще раз бы попробовать. Или капитана. Или представителя. Читай Каман. Так, ой, как скучно сегодня механики. Ни один человек не приходил проведать. Ну и ладно, задремаю на кресле. Ага, бля, ебать байт. Подловим хопа. Ждите, ждите, просто ждите. Он придет. В этом узком коридоре берите его. Я скажу. Идет. Идет. Нет. Остановился. Но идет. Ждите.
Он придет, блядь, но он никуда не денется. Либо тип стрим снайпит, блядь. Эту камеру никогда никто в жизни не смотрит, блядь. Бля, ну идеальная же засада, блядь, ловушка. Просто будьте готовы. Идет. Да, опять остановился. Ебу, блять. Как только он устан батонит, сразу я лечу. Идет. Ну вот, блять, ну это пиздец, нахуй. Невозможно. Просто невозможно. Ой, блядь. Ну, походу, блядь, в супер засаду надо садиться. Короче. Он очень быстро отреагировал, сразу за ним побежал. Короче. Ну, может, действительно стрим-снайп, не знаю. Летим к повару. И сидим в шкафу. До талого. До последнего. До последнего момента. Просто садитесь в шкаф и ждите. Он, бля, даже без маскировки похуй. Он, бля, даже поставил все на место, чтобы без палева не было все. Ну, закрывай. Закрывайся. Ждите. Он рано или поздно придет. Он просто его застанет, сразу я полечу, мы его заберем на корабль. А мне харм не нужен боевой, мне нужно просто просканить его и все. Так. Поехали. А нет, стоять, стойте. Ждем. Бля, может тоже в самому нахуй полететь, сразу в холодильник сесть? А в холодильнике можно спрятаться? Я не замерзну ли я там? Пиздец. Бля, ну тяжело, конечно, тяжело ебать его в рот. Так хорошо играют против абдукторов люди. Там Барис бы курит. Да похуй, что они там делают. Вирусология. Я тоже прилечу. Я тоже лечу. Улетел с вирусологом. Ну какие-то абдукторы вот успешные. А как он это двигал? Похуй. Ждем, коллега. Пиздец, мужики, засада, блять.
Правда, нам повар, если грамотный, он может и пизды выдать чуть что. Ну ладно, если он в самбатоне будет, хуйня. Над нами кто-то ходил. У них проход заблокирован. Тележкой. Тут ТПшится. Блять, этот свет включается. Шеф, карга не хочет защитить комбрик, хочет за брик. Блять, никто не хочет заходить. Пиздец, невозможно. Да, я в курсе, что у нее есть боевые искусства, но... Хуёво. Хуёво. О, поехали. Давай, давай, давай. Шкаф. Так, а как его теперь тпшнуть? Или я неправильно все сделал? Вы его не пометили? Пометил. Бля, я забыл. Вот я сейчас забыл. А! Коллега, теперь... Мой черед срать. Да-да, я забыл, что сначала нужно тэпать своего. Вы должны были его телепортировать. Теперь мой черед, говорю. Блять, ну сука, то он обосрется, то я обосрусь, блять. То он обосрется, то я обосрусь. Блять, какой пиздец. Да, я забыл, что сначала надо его тэпэшить, а потом коллегу. Они все уебывают уже. Ой, ну блять. Ну блять. Команда засралась конкретно. Зарядка села, а все равно. Мы выполнили цель. Но цель называлась заливка говнецом. Бля, ну давненько просто практики, конечно, не было на абдукторах. Сука, я почему-то до последнего был уверен, что надо сначала... Ну, типа, я его мог пометить и спокойно его тпшить. На отходах? Хватайте в наглую. Да уже некого хватать, там, блядь, все съебались. А, нет, смотрите. В наглую. Летим. Идти надо... Влево. Нет зарядки. Похуй. Жестко.
Может спреем, спреем в глаза пшикать. Жестко не то слово. Слушайте, ну... Вы знаете, главное, что вы старались. Хоть и срали, но старались. Да, но это засерочная. Предыдущая катка, ебать, какая жесткая была. О, точно, морг, морг, морг. Тела из морга. Достаем. Сердца вытащим. Так, есть тело. Пошел скан. Прячьтесь в могилу. Так, и теперь нужно тпшить его. Каким способом? Вот таким вроде, да? Ретрив. Бля, а как тпшить-то типа нахуй? Да нет, не могу я. Почему-то не могу оттпшить. А может, блядь, баг сломанный? Еще раз попробую. Блядь, а может я, сука, повара не забрал, потому что был баг? Нет, 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 нет. Там обсер был, а не баг. Трупы должен брать. Походу, та же проблема, что была сразу. Манки. Диона. Типа, понимаете, я его сканю. А может, кушетки скинуть надо? Я его отсканю, сейчас попробую. Ну, 14 секунд у меня еще. Не отсканил? Как-то не отсканил. Заебали, сука. Везде, блядь, все чекаются, нахуй. Не дошла анимация, блядь. Короче, полный засер. Ой, блядь. Алло. Поздравили меня с дипломом. А у нас нечем держать. У нас нечем держать. Короче, полный засер. Старались. У нас нечем застанить. Нечем, парни, застанить. Сука, блядь. Ёбаный в рот. Тут без шансов. Без шансов. Может только так сделать. И потом назад его тпшить. Васильская батарейка есть, а ты только кухаришь.
палки и заменяешь. Я, знаете, что могу сказать? Что чуваки очень-очень-очень были подготовлены. Максимально были подготовлены. В плане вот этой засады, я ее нахуй вообще не ожидал. Это был полный пиздец. Просто такой неждан. Такой неждан. Это жесть. Максимальный неждан. Пиздец, вы, конечно, перед моим лицом, значит, теперь что на начальном складе. Да. Мы хотели проверить, но у нас из-за бага. У нас все из-за бага. Да если бы я не пивас не пил, то успел бы раунд, то мы здесь раскатали бы. Блядь, да, кстати, ты в прошлый раз был великолепен. Ну и багов в прошлый раз не было, у нас баги. У нас типа баги. Я сейчас еще раз, конечно, слетаю, проверю, удостоверюсь. Не багануло ли? Просто слетать, проверить. Я на Абдуктере тоже играл, а мы только одну версологу украли, а все остальные такие мансеры, мы ничего просто сделать не смогли. Ну все, финишинг. Все, this placement is already. Нет, это скорее всего не баг, сейчас я его ретрив, нажму и все. Он прилетит обратно. А нет, слушайте, либо баг, либо хуй знает. Не могу ретрив нажать. Нихуя. Здорово, енотик. Получил диплом, если это поздравляете. Я защитил, получаю 26-го. Будет церемония награждения, все такое. Мантии буду, с шапочкой. Знаете, да, абдукторов можно бафнуть на парадайзе. Я вам человека заспавню, пометь его этой пешни. Давай. Ой, блядь. Так, все, вот он помечен. Бля, неужели был баг, мы... Нихуя. Нихуя. Блять, это был баг, походу. Ну, один хуй там тоже засран был. Не, абдукторов бафать нужно, а метаинфу персонала на них резать. Ну, опять же, блять, ничего не доказано. Не ебет, что сказано. Сука, блядь, сука, блин, блядь. Да, но тут, блядь, не раунд, а сплошные баги. Все из-за того, что мы просто поменялись ролями. Ну шо? Да, скажете, я был абдуктором, что рассказывать, блядь. Мы обосрались. Это я сразу понял. Да, у нас, мы первого типа проебали из-за бага, типа, у меня не тпшился тип обратно. Максим, у тебя как раунд прошел? Я видел, как ты по мусоркам прятался. Ты замьючен еще. Максим не поверил в наш успех. А какой у вас был успех? Приятного аппетита. Спасибо. А, Максим, ты отошел. Ты видел механика? Сейчас приду, секунду. Да, я видел, блядь. Хай, what a round, блядь, what a round. Ловили хоть одного абдуктора? В самом начале ёбнули. Ну он там вообще какой-то, блядь, странный. Его арестовали, держали в наручниках, блядь. Потом застрелили, отпиздили. Его, видимо, не тагнул этот свой дружание. И не понял, что он может это сделать через камеру.
Ебать, ну короче, довольно жёсткий раунд. Да я вам объясняю же, почему умер первый абдуктор. У нас забагало, я не мог назад тпшить. А может потому, что его наручники одели? Нет, я до этого пытался. У нас был баг, мы потом проверяли с админами. Мы свапнулись. Что, мы поменяли ролями? Поменялись ролями? Он стал оперативником? Тебе еще одного дали? Да, потому что из-за бага мы проебали его. Типа он вообще ничего не сделал. Это реально был баг, мы потом проверили. На корабле. Ну да ладно, но все еще было нормально.